Ну и вот и лифчик. Да, вот я о нем и говорил. Я же сказала, она перекрашиваться не будет. Пойдемте к сцене. Сидящие на стуле, заканчивать пить прохладительные алкогольные напитки и как-то начать праздновать вообще день рождения Калины Бар, насколько мы знаем, да? Ну, вы что, ну, что происходит? Классно! Продолжаем этот вечер. I Used to love Аккуратно. У нас тут такое сообщение, а может быть своей стороны. И Кристина будет сидеть сразу. На троих. Ну давайте теперь на лирическую вспомним. Вспомним, что было лет 10 назад. Помним. Полчаса? Давайте, наверное, немножко немножечко шаг назад все сделаем. И видно, чего мы лезем сзади. Вот чуть-чуть, вот так-то на полукругу просто расставим. Вот так. Ну а так, кто за столами, давайте к нам присоединяйтесь. Хватит, вы уже поели и попили. Это уже хороший повод встать и дать. Итак, можете разойтись в разные стороны, потому что люди как бы сидят. Люди сидят, тут можно. Пожалуйста. Да-да. Правильно, Лена, молодец. Ну что, продолжаем сегодняшний вечер? Да. Празднование дня рождения Калины Багонной. С днем рождения, Калина. Хочешь как-то на борсту такой залез, как тоже. Я такой час сама посижу, сейчас пройдет, на стол стоит, ходила, залезли на стол. Все вот, все сидят, пока все стоят. Давайте уже достанем руки, положим их на правильное место и начнем. Девочки, мальчики, поехали. Ну, простые движения, конечно, тоже неплохие. Как удобно, понимаете, если нужно посмотреть. Давайте принесу водную помаду, динамик нравится. Водную помаду, динамик нравится. Пошла, пошла, мамочка, смотри, что там следующее. Ты согласна? Если ты не боишься темноты, можешь с ним спать при свете, когда я сегодня. Ты боишься темноты. Ну не можешь спать при свете. Я хочу, чтобы вы... минутку. Валера. Меня веселее. Валера. Все, понимаю. Такой прием, блин. На связи, Валера. Приземляемся. Разные ночи, разные люди. Хочет, не хочет, любит, не любит. Кто-то отстанет, кто-то соскочит, кто-то устанет и перехочет. Кто-то закрутит провод на клеммы, кто-то замутит новые темы. Кто-то как ты, а кто-то как я, кто-то как ты, кто-то как я. Не зажигай, не проси, и ты не бойся, не проси, и успокойся, и успокойся. Не бойся, не проси, не бойся, не проси, не бойся, не бойся, не бойся, и не проси. Много, ничего мало, но на дорога будет голова. Кто-то идет, а кто-то не сможет, кто-то придет, но мне поможет. Кто-то вернется, кто-то найдет новое солнце, кто-то пустый, а кто-то меня, кто-то как ты, кто-то как я. Не зажигай, не гаси, или не бойся, не проси, ты успокойся, или не бойся, не проси. Не бойся, не проси, не бойся, не бойся, не бойся, не проси. Правильно справляется. Спасибо большое, ребят. Спасибо. Ух. Я предлагаю, чтобы пели. Я буду прыгать, обещаю. Если у меня что-то упадет, лифчик на песню. Продолжайте прыгать. Хорошо. Давайте так сделаем. Я слова за песню. Ребята, что не важно, эта песня для них. Все. Они сейчас поют, а мы прыгаем. Все, поехали. Нас не догонят! Лена, не ходи!